Здравствуйте, доброго утра. Что происходит конкретно, когда мы переходим от йота к сокращению, а затем к экрану? Что это за переход с экраном? В чем смысл его в нашей работе? Что делать? Это получают свыше от Творца силы, которые могут, помогают нам соединиться между нами и быть в нашем объединении, в важности нашего объединения больше, чем в важности эго каждого. И тогда мы боремся, как с врагом, все с нашим эго, и так мы начинаем быть сформированными относительно Творца.